Это суровая воровская жизнь, понимаете? Она полна приключений. Она полна приключений и неожиданных событий, надо признать, да. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и обратите внимание, загрузка яхты. Мы сейчас будем находиться на яхте и будем продолжать грабить. Сколько нам нужно взять? Давай, ну, блин, Е, ну я же нажимаю Е, почему мне не показывается? А, вы должны 100 тысяч, 100 тысяч прежде чем уйдете. Ну, слава богу, что не 500, как в банке, а то, вы знаете, на яхте, мне кажется, 100 тысяч найти было бы сложнее. Тут уже идет уровень сложности нормал, в принципе. То есть банк ограбить легко, а яхту сложно, представляете себе? Это вот так сразу меня спалили? Так, ну давайте посмотрим, какие... Господи боже, сколько тут народу, блин! Перепроба... Боже, как все сложно. Ну давайте попробуем, во-первых, понять. Смотрите, то есть, получается, игра как бы говорит нам, в бок вообще нельзя. Вот в боковые вот эти вот, по флангу, грубо говоря, скажем так, мы не имеем вообще никакого права проходить. Только по центру. Че так зависает-то, господи? Только по центру. Как пройти по центру? Только сюда. Наверх или в эту дверь? Давайте попробуем в дверь, наверное, пройти. Open. Вот, проходим в дверь и сразу же можем начинать взять золотую вазу. Потом, это тоже золотая ваза или какая-то ваза? Взять серебряную вазу. Хорошо, взяли две вазы. Уже у нас есть 15 тысяч, надо до 100 еще добить. Берем, что это такое? MP3 плеер. О, пикап вепон. Смотрите, я могу убивать, защищаться. Может, это и хорошо, но я не знаю вообще. Золотые часы, 26 500. Таблет, взял таблет. Мы можем, кстати говоря, еще брать подушку, например, вот так вот ее. Нет, не можем, смотри, он больше ничего не может. Открыть он тоже ничего не может. Вот можем взять, наверное, вот эту картину. Это что такое? Нет, тут ничего. Давай, бери картину, чувак, какая красивая. Посмотри на эту рожу, господи, наверняка стоит миллионы долларов. Нет, не стоит. Вообще ни хрена не стоит, блин, это все. Все, смартфон. Бутылку! Ну, бутылка это по-любому дорогая. Коробка от пиццы, ну вообще, это просто элитнейшая вещь. Нет, все, на этом все. Получается, вот здесь вот мы разворовали, взяли еще MP3 плеер. Это же потом надо будет еще как-то сбежать, понимаете? То есть мало просто разворовать тут все. Пока что у нас 38 тысяч. Надо 100. Охренеть, я прям чувствую, цель прям близка. Пипец просто. И что? И значит, наверх. Значит, ползком вот так вот выглядываем потихоньку. И нам надо вот туда вот выйти, наверх. Причем так, чтобы меня никто нигде не заметил. Господи, как сложно, а? А, вот он патрулирует, сволочь, сдохни! Блин. Ну хорошо, давайте, знаете, как поступим? Я уже понял, в принципе, что вот здесь вот опасно. Здесь мы уже побывали. Давайте попробуем сейчас пройти наверх и просто посмотреть, что... А, вот оттуда вот они выходят. Они, короче, по бокам эти сволочи ходят. Наверное, я так понимаю. Так, сейчас он меня увидит или нет? Нет, не увидит, смотрите. Вот у нас картины. Может, я тут на 100 тысяч наберу? Так, 500. Телевизор. Так, зашибись. Зашибись такой нычкой. О! 5-3-4-2. Это какой-то... Смотрите, 5-3-4-2 это у нас какой-то сейф. Вот я, может быть, на этом уже 100 тысяч на одном и заработаю. На том, что я знаю, что... Еще раз. 5-3-4-2. Правильно? Все, я запомнил. Сохраняться тут никак нигде нельзя. Ой-ой-ой! Он увидел меня! Да вроде бы нет, вы знаете, вроде не увидел. Давайте возьмем ТВ. Так, под подушками. Аккуратно. Все нормально. Я не понимаю, как мне соображать, где они, блин. Тут же не радар, ничего. О, вот он пошел туда. Я за ним плавно потихоньку пойду. Так, стоп, тихо. Он резко развернется или как? А с этой стороны пойдет кто-то? Он один контролирует этот периметр? Нет, там, видите, там еще чувак бродит. Блин, давай смартфон бери. Смартфон бери. Теперь он туда... Эй, каким хреном? Зачем ты возвращаешься, идиот? Да сколько их здесь, я понял. Так, давайте просто обследуем. Тут на этом... Он один. Он реально один. Он просто туда-сюда ходит. Придурок, блин. Ретрай. Еще раз ретрай. Да, вот это действительно сложно, ребят. А тут можно что-то украсть? Шезлонг вот этот замечательный. Нельзя. Это сложно, но это интересно, блин. У меня вот реально, у меня азарт в душе. Мне хочется их поиметь просто всех. Просто развести их по полной программе. 5-3-4-2. Код я помню. Так, откуда и как он пойдет? Может, в ту сторону тогда? Он контролирует, значит, вот тот вот фланг, или как? Здесь не контролирует. Здесь тоже контролирует. Так, ныкаемся. Он меня не заметит, он пройдет мимо. Да пройди ты мимо, козел! Ты что ты своей ширинкой тычешься мне в рожу? Ретрай. Снова ретрай. Хорошо, я понял, блин, этот козел, значит, идет туда. Ну,
Давайте, знаете как, просто будем за ним следить. Вот просто, что он делает? Вот только где находиться так, чтобы беспалевно следить? Ну, давайте вот здесь. Наверное, мы же увидим голову человека, который проходит мимо, да? Выходи, подлый трус. Ты сейчас пойдешь справа, правильно? Он же справа пойдет, справа, наверное. Не, он вообще не выходит. Вообще никто никуда не выходит. Или время еще не прошло. Господи, мне такое нетерпение, мне так стрёмно. Ну, чувак! Вот это стелс, да, вот это стелс, ребят. Не вижу никого, поэтому... Не знаю, может, он вообще не выходит на центр, я просто не помню. Давайте еще раз попробуем все вот... Не, это, знаете, вот это вот надо уже на обратном пути. Вот это уже реально надо делать на обратном пути. Вот тут все обносить. Это легко. А вот реально пройти вот там, вот найти сейф, от которого мы знаем код, например. Вот это уже сложнее. Так, закрыто, смотрите, еще раз. Сейчас снова. А ну, подождите. Так, часики берем. Часики, так, тут у нас картина. Чувак, ты не мог бы пройти чуть-чуть в сторону? Я телевизор хочу. Чувак, ты как? Ты в порядке вообще? Да. Это суровая воровская жизнь, понимаете? Она полна приключений. Она полна приключений и неожиданных событий, надо признать, да. Да. И, вы знаете, вот, бывает, вот сидишь ты так, топчешься на голове у какого-то охранника и думаешь, по тому ли жизненному пути я пошел? Определенно по тому, потому что где еще такую срань увидишь, господи? Давай, убивай меня уже. Все. Перезапускаем, сейчас попробуем еще раз. Смотрите, получается, он меня каким-то хреном заметил. То есть я вот просто, я прошел себе в дверь. Он сзади подошел, видимо, вот с этой стороны. Наверное, я его не увидел, не знаю. То есть пока что, давайте open-close. Да блин, open-close! Open. Так, смотрите, не видит вроде бы. Здесь меня не видно особо, да? Дверь-то закрой, придурок. Молодец. Закрыл. Теперь картина, телевизор. Картина. Давай, куча бутылок наберем. Но это все, вы знаете, это все такая мелочь, господи. У них хоть бы какое-то вино подороже бы было. Так, смотрим внимательно. Никого, ничего. Телевизор, берем телевизор. А, появляется козел. Так, ну он в той вот стороне ходит. А вы смотрите, как они периметр-то, они и тут, и там, короче, они везде. Он спускается даже по лестнице. Эта сволочь даже по лестнице спустилась. Господи, как опасно. Да как это вообще сделать-то? Чёрта с два. Ладно, iPhone мы пропустили. 5, 3, 4, 2, что ли? Я уже забыл, честно говоря, тот код, который я там... Да я просто не понимаю, как мне... У них траектория абсолютно какая-то непредсказуемая. Я просто не понимаю, как мне их опередить. Хорошо, знаете, что давайте сделаем? Давайте их расстреляем. Вот это, наверное, будет проще всего. Тупо их расстрелять. Там где-то же был пистолет, правильно? Я сейчас, по крайней мере, попробую их расстрелять. Я не знаю, я не гарантирую, что у меня это получится. Нет, это у нас золотые часы, это у нас планшет, это все не то. Где ствол? Open. Так где-то был ствол же лежал. В самом конце, что... Ну, как на... Ну, чтоб тебя. Нету, что ли, уже? У них что, рандомные эти предметы, что ли, лежат? Я точно помню, что был ствол. Так, сейчас, подождите. Вот здесь внимательно посмотрим. Часы и ваза, да, это все замечательно. Часы и ваза у нас есть. Но где же пистолетик? Я же где-то взял пистолетик, я помню. И оборонялся. Вот тут что ли? Нет. Тут у нас MP3 плеер. Вот эта хрень тоже. Это все не пистолет. Где пистолет? О, нет. Ну, блин. Ну, хорошо. Получается, что берем вазу в таком случае. Вот эту берем вазу. И берем вот эту вазу, серебряную. Зашибись. И разворачиваемся. И вот сейчас вот мы разворачиваемся, и какой-то охранник... Какой-то, блин, педик с автоматом спустится, вот я же говорил, ну что ж такое, это вообще невозможно в это играть. Я просто не понимаю, каким образом мне контролировать все эти процессы. Вот я сейчас даже, вот я забираюсь, получается, с той стороны должен быть охранник, да, или стой, я уже не помню этого. То есть тут хрен уже запомнишь. Я пробую идти сюда, вот шагом там прям по таким активным, не ползти особо, чтобы быстрее все это было. Пробую сюда выбраться. Пробую про... Вот, давайте вот сюда пройдем. Вот тут вот я еще не был. Закрыть. Открыть. Так, и что это за 3, 2, 4, 5 там было? Это вот к этому не относится? Здесь ничего нельзя, по-моему, украсть абсолютно.
А здесь тоже как бы какие-то... Тут вообще что-то украсть можно? Куда я, блин, забрел? Непонятно вообще. Куда-то приперся. На 100 тысяч наворовать, говорят, пустая комната абсолютно. Ничего нет. О, стоп. Он туда, а я сюда. Вот так хитро поступим. А я вот сюда. Нет, подождите, он же сейчас тут развернется, блин. Он же сюда сейчас и пойдет, козел, нет? А туда вниз как попасть? А, вот так вот, да? Ну хорошо, open, close, давайте. О, все, свалили. Свалили, они меня не найдут, может быть. Так, что это? А это, наверное, сейф наш, да? Сейчас, стоп, стоп, стоп. 3, 2, 4, 5, что ли, было там? Так, или 5, 3, 4, 2. 5, 3, 4, 2. Походу, я не угадал немножко. А кто там? Ого, как они активно за меня взялись-то. Сейчас, подождите. Что-нибудь возьмем. Это что? Это что за хрень? Ой, мамоньки мои родные, а. Ты умер. Так, сейчас еще раз, смотрите. Сейчас знаете, как поступим? Экспресс режим. Забегаем сюда. Под барную стойку. Смотрим, как... А где надпись-то, блин? Была же надпись. Черт, она каждый раз в разных местах, что ли? Да елки твою мать, а. А, гляньте-ка, 8647. Вот, я нашел. Код сейфа каждый раз находится в разных местах. Нужно всегда по новой все обсматривать. Ну, раз уж мы здесь, давайте тогда обворуем, пожалуйста. Вот MP3-плеер заберем, картину заберем. Зашибись. Вот это тоже заберем. Тут у нас никакого кода, ничего нету. Все, то есть, нормально, все на поверхности. 25950. Теперь я должен каким-то, блин, образом... Наверное, надо подождать, пока он спустится или что, я не знаю. Каким-то, блин, гребаным образом я должен попасть к тому сейфу. Я случайно совершенно к нему попал в прошлый раз. Где-то там спрыгнул, что-то там сделал, не знаю. Ну, давайте вот посмотрим, с какой стороны охранник пойдет. Может, ни с какой не пойдет. Может, мне удастся просто пробежать. Просто так по-дурацки пройти. А ну-ка. Так, давай, бери, чувак, смартфон. Отлично, он взял. Часы бери. Бери часы, молодец. Ничего не будем упускать. Так, вон идет тип. А мы тем временем идем сюда, наверное. Нет. Ой, в сторону отходим. Отходим в сторону, спрыгиваем. Так, все, зашибись. Я спрыгнул. Так, я теперь здесь. И что? И open, close. Так, открыл, закрыл. Давай. А я забыл код! Блин, я забыл код уже, я его уже не помню. Да черт возьми. Ну, 8647 или что там было, блин. Сейчас проверим. Так. 8, 6, 4, 7. Ой. Все правильно, господи, все правильно вспомнил. Так, взять золотой слиток, давай. 50, 60, 70. 80, 90, 107, 117. А как же мне теперь выбраться-то отсюда? Мне теперь надо попасть обратно к моей лодке. Это прямо вот назад. То есть я вообще не знаю, как это, блин, сделать. Я на этот-то... Я сюда-то тупо спрыгнул, блин. А как обратно? Я же не левитирую, в конце концов. Ходит чмо там с автоматом, я видел. Так. Страшно. Но куда деваться? Открыть, закрыть. О, господи, а как стрёмно-то, а? Он в эту сторону вроде шел. Значит, здесь, наверное, безопасно или как? Я не знаю. Я понять не могу. Давайте, может, бежать. Давайте, может, просто бежать и на все похрен, а? Давайте, бегом. Бегом отсюда. О, лодочка моя. Зашибись. А, все. Я это сделал. 3 минуты с чем-то там он указывает. Ну, господи, сколько было попыток. Это явно больше, чем 3 минуты. Ограбил яхту. Обчистил. Как вы понимаете? Было трудно, но весело. Ладно, на этом я останавливаю. Господи, я шахрип. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк. Открывайте описание внизу под роликом, там внушительное количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее. Прямо перед вами плейлист на игру Sneak Thief, вот эту жутко сложную геморную игру. Открывайте, смотрите предыдущие выпуски. Также... Если не трудно, нажмите кнопку поделиться под видео, расскажите друзьям, если есть друзья, которые любят летсплей. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.